Здравствуйте и спасибо, что вы сейчас сегодня с нами на эту серию гипнотерапии. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, возьмите секунду сейчас и дайте этот видео плюс один. Оставьте нам слово и скажите нам, как расслабленные вы чувствуете. Добавьте нас на ваш любимый канал. Через секунду вы будете чувствовать очень расслабленные, уставшие и сонные. Не пользуйте это, если вы будете ездить или вы будете работать с машинками. Найдите уютное место, где вы можете удобно сидеть или лежать. И будьте чисто не беспокойны на где-то час. Все, что вам нужно делать в этом час, и слушать мой голос. И потом, может, я вас потеряю, что я буду говорить. И когда это останется, это абсолютно нормально. Просто позвольте себя за мной пойти и дайте, чтобы гипноз встал. Оставьте вас очень расслабленные и позвольте, чтобы никто вас не трогал на час. Я хочу, чтобы вы сидели ровно, с вашими ногами ровно на полу. Если ваши ноги сделаны так, то, пожалуйста, сделайте, чтобы они были ровны. Хорошо. Через секунду ваши глаза будут немножко темные. И ваши глаза очень будут тяжелые. И когда это станется, вы можете закрыть ваши глаза и позвольте, чтобы вы потерялись немножко. Я хочу, чтобы вы сели ровно и позвольте, чтобы ваши руки очень были распрямые и лежали возле вашей стороны. Вот так, с вашими глазами закрытыми, открытыми, очень большие. И посмотрите на конца моего пальца. Смотрите, как оно идет прямо, кругло, кругло и кругло. Скоро вы будете спать в очень глубокий нотик сон. Скоро вы отпустите все, что вам плохо чувствует. Отпустите ваш стресс. Спите. Смотрите моего пальца. Самого конца моего пальца. И ничего еще. Вот так. Скоро ваши глаза будут очень-очень тяжелые, очень-очень уставшие. Скоро они будут такие тяжелые, и там будет вода немножко. Вам будет нужно закрыть ваши глаза, но сейчас не еще закрывайте. Смотрите на конца моего пальца. Как оно кругло,
кругло идет, кругло, кругло идет. Кругло и кругло. Так гладко, так просто. Теперь я буду считать с 10 до 1. И когда я на первый номер ставлю, вы найдете, что вы не можете ваши глаза открыть, оставить. Нужно будет их закрыть очень тесно, тесно, тесно. 10. Девять. Такие сонные, такие тяжелые. 8. Такие уставшие. 7. Отпуститесь. Спите. 6. 5. 4. Спать сейчас. Вы очень глубоко, глубоко спите. Вниз. Спать больше. Глубже и глубже вниз. Чувствуйте так тепло. Так расслаблены. Отпустите себя. Идите спать. Хорошо. Вы так хорошо чувствуете. Просто отпустите себя. Идите спать. Когда я буду читать до 3, вы будете открывать свои глаза и смотреть на конец моего пальца опять. Этот раз, как вы назад идете в гипнозис, вы будете 2 раза так глубоко чувствовать, и вы будете спать 2 раза так глубоко, как раньше. Ваше тело будет чувствовать очень расслабленно. Очень расслабленные и очень распущенные. Спать 2 раза так глубоко, как раньше. И 2 раза будете слышать мой голос чистее. Будете чувствовать 2 раза расслабленные. 2 раза уютнее. И вы будете очень уютные с моего транса. Это все будет вам так чисто. 1. 2. 3.
Откройте свои глаза. Очень большие. Я сейчас буду вас назад ставить гипнозис. Этот раз, как вы будете идти назад туда, я хочу, чтобы вы спали 10 раз так глубоко, как раньше. 10 раз вы будете слышать больше мой голос. И будете чувствовать 10 раз больше расслабленные. 10 раз уютнее. И 10 раз вам будет больше нравиться эта трансия. Это все будет так чисто вам. Когда вы будете, я буду считать с 5 до 1, вы увидите, что ваши глаза такие будут тяжелые. Так они хотят закрыться. Такие уставшие. Вы не сможете оставить их открытыми. 5. Такие тяжелые, такие уставшие, так много воды, ослабьтесь, отпуститесь. 4, 3, 2. Расслабьтесь, отпуститесь. 1. Спите. Теперь вы стоите глубже спать. Спать еще глубже. И теперь глубоко спите. Глубоко гипнотайзе. Просто позвольте, чтобы ваша думка спала и летала. Чувствуйте так расслабшивая и очень слабшивая. Дайте, чтобы это чувство просто помило вас, и вы хотите спать. Вот так. В этот трансе вы можете слышать, что я буду вам говорить без труда. Все, что я буду говорить вам, будет настоящее. Все, что я буду говорить нам, есть абсолютно. И все, что я буду говорить вам, это есть правда. Вы любите звук моего голоса. И каждое слово, что я вам говорю, будет принести вам больше радости, больше спасения, больше доброго чувства. Вы любите звук моего голоса так много,
что вы будете этот клип смотреть снова и снова, опять и опять. И каждый раз, что вам будет нужно чувствовать то хорошо, вам нужно назад приходить и посмотреть этот видео. Слышите? Мой голос красивый. Вот так. И как вы будете смотреть, вы будете вставать за этот сон. Вы будете давать этот видео плюс один, если вы уже так не сделали. И вы будете говорить мне, как вы любите мой красивый голос в этом месте внизу. И вы будете добавить нас на ваш любимый канал и рассказать всем друзьям про нас. И как это вы будете делать, вы будете чувствовать очень рады и очень расслаблены. Это будет очень хорошо вам. Это будет очень-очень хорошо вам. Так уютно. Так расслабленный. Это правильно. Спите. Чувствуйте так хорошо, как вы сейчас будете идти и будете засыпать в этот гипноз. И за эти моменты, как вы будете спать, вы будете найти, что это очень легко спать через ночь. Очень легко, без покоя. Не будете вставать, как вам не нужно. И не будете переживать через ничего. Не будете вообще переживать. Ваши думки будет очень тихие, и ваше тело будет расслабленное. Секунды, как ваша голова на подушку пойдет, вы будете очень глубоко спать. Ваши нервы не будут чувствовать, а будут расслабленные, и ваша голова будет отдыхать. Вы будете очень красивые, сладкие сны иметь. И через ночь вы только будете такие сладкие, хорошие сны иметь. Это очень будет вам легко иметь. Даже не думайте про это. И как каждое утро вы будете вставать, вы будете чувствовать, как у вас миллион энергии есть. И эта энергия с вами будет стоять целый день. И каждое утро, как вы будете вставать, все ваши стрессы не будут там. Вы будете чувствовать очень легкие, и радые, и счастливые. Каждый путь, каждое дело, что вы будете делать.
если это нормальное время вам идти спать, вы будете найти, что вы будете сейчас очень глубоко спать сейчас. И вы найдете, что это легко вам спать через ночь без потреб. И вы будете очень рады прекрасные сны иметь. И вы будете их помнить очень хорошо утром. И вы будете вообще прекрасно вставать утром. Чувствовать, что вы глубоко и отлично поспали. И энергия у вас придет сейчас. И у вас будет такое чувство, как вы новые, только народились. Лучше чувствовать, чем вы чувствовали разом. И если это не ваш сон, время, нам нужно вставать. Я буду считать со дни до 10. И когда я номер 10 достану, вам нужно будет вставать, чувствовать прекрасно и хорошо. Чувствовать, как вы спали 12 часов прошлой ночи. И когда вы откроете свои глаза, вы будете чувствовать очень хорошо и рады. И вы не будете иметь никакого стресса. Вы будете чувствовать, как вы самые лучшие. Много жизни у вас есть, много энергии хорошей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Назад приходите сейчас. 8, 9, когда вы готовы. 10. Привет назад. Это хорошо. Правда чувствует? Я такая счастливая, что вы сегодня с вами были. И еще один раз. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, возьмите секунду и дайте это видео плюс один. Оставьте нам слово и скажите, как расслаблены вы чувствуете. Добавьте наш канал и добавьте меня на ваши любимые. Спасибо, что вы это время провели со мной. Имейте прекрасный, прекрасный день.